Девочки, всем привет! Сегодня решила снять видео о подарках для нашей малышки, которых нам дарили на ее рождение. Я не буду касаться так называемых материальных подарков, которые, как правило, дарят родственники. Остановлюсь на подарках, которые касаются игрушек, всяких там уходовых средств и одежды. Очень много нам подарили всяких разных нарядов, которые я вам сегодня и покажу. Но начнем с более мелких подарков. Значит, одна из моих учениц подарила нам такую прекрасную погремушку. Видите, тут электризованные мелкие шарики. Вот сейчас нашей девочке исполнилось уже 3 недели. И с этого времени она начала реагировать на погремушки. Вот на эту погремушку она реагирует очень хорошо. Она не очень громкая, но достаточно яркая. И уже двигая погремушку достаточно медленно из стороны в сторону, можно наблюдать, как она за ней поворачивает голову и следит глазами. Вот такая интересная погремушечка. Дальше еще подарок от моих учеников, от другой моей ученицы. Вот такой замечательный тигренок или львенок. Наверное, львенок все-таки. Он из магазина Мазакия, как я поняла, по бирочке, которая здесь была. Вот с такими здесь вот шариками мягенькими вот здесь вот. Да, весь такой приятный. Вот что-то там у него внутри, честно говоря, не знаю. Вроде, здесь вот тоже шарик, да, здесь вот другие они по ощущениям, то есть ребенок может развивать тактильные ощущения затем. Вот здесь тоже другой по консистенции, там вот тоже шарики. Такой очаровательный ребенок, он сейчас сидит у нее в кроватке. Дальше нам подарили 2 сосочки Томми Типпи. Я вот их уже открыла, они лежат в контейнере, потому что у меня дочка моя категорически отказывается сосать разные всякие ортодонтические соски. И вот как раз вот этот вот подарок в виде 2 сосок классических вишенкой. Вот они с колечком такие, видите? Вот классической формы такая сосочка. Она их более-менее сосет, но тоже без фанатизма, но хотя бы берет. И еще вот 2 соски пустышки фирмы МАМ, которые как раз в этом контейнере были, ей более-менее нравится. Есть вот такая вторая сиреневая, мы ее пока еще ей не давала, но вот розовенькая она уже сосет, что радует. Так, вот такая вот, я в каком-то видео ее уже показывала, но вот сейчас подарок именно покажу. Видите, с таким интересным очень наконечником, авентовская соска, какая-то она вот плоская, видите, такая интересная у нее форма. Вот, ну не открывала пока, не знаю, не буду пока. Для 6 месяцев тоже вот такая прищепочка для сосочки от фирмы Курносики. Вот всегда пригодятся эти прищепочки, они теряются. От Johnson's Baby пена для купания с детским молочком. Пока не буду пользоваться, или может быть будет пользоваться старшая дочка, потому что все-таки косметика Johnson's Baby достаточно аллергенна для малышей таких маленьких. Я где-то с 8-9 месяцев со старшей пользовалась. Вот, ну не знаю. И вот крем Johnson's Baby, детский крем обычный. Запах, кстати, очень приятный. Не знаю, или старшие используют, или мы тогда, соответственно, подождем и будем пользоваться уже с младшей. Так, вот такой вот очаровательный слюнявчик розовенький. Вот фабрика Кит. Здесь вот он так интересно сделан. То есть он как бы так одевается просто сверху, и соответственно его уже ребенок и только через голову сможет снять. Похоже по системе на системы бодиков, которые одеваются через голову. Такой хорошенький слюнявчик. Так, теперь переходим к одежде. Итак, первое, что нам подарили, это такие очаровательные брючки от Mazakia. Размер у них 0,3 месяца. Но так как мы очень миниатюрные, я думаю, что мы как раз вот их летом сможем поносить. Здесь вот у них такая красивая подкладочка цветная. Очень мягкие, велюровые, даже вот с карманчиками. Здесь вот резиночка. Вот, я думаю, что как раз на лето, на вечер очень нам будет хорошо. Здесь таким бантиком. Вот, не очень тугая резиночка, достаточно мягкая. Поэтому я думаю, что будет хорошо. Вот такие вот очаровательные штанишки. Так, и комплект из Mazakia. Тоже вот такая вот шапочка. И вот такой
комбинезик. Такой вот комбинезончик. Вот здесь вот он расстегивается, видите? Здесь такой вот он праздничный, с таким кроликом. Ну, вот у него, конечно, недостаток есть, что у него здесь вот застежки. Но в нем куда-то можно сходить, например, в поликлинику. Вот такой вот, или в гости кому-то. Вот такой хорошенький комплектик. Это то, что касается Mother Kia. Вот это вот размер Newborn, но это 56, там даже такой размер еще пока из Mother Kia великоват. Дальше еще комплект из Mother Kia. Это разные люди дарили. Просто многие знают, что я люблю этот магазин. Вот такой тоже комплект, он уже на 3-6 месяцев, то есть размер где-то 68, такой красивый комбинезончик, очень мягкий, вот такие ползуночки, здесь вот на клепочках, и здесь вот тоже удобно меняется подгузник. И к нему в комплект такой вот боди, это я вот эти вещи уже просто постирала, еще не все постирала, значит, боди с антицарапками, вот. Одевается через голову, ну, я думаю, что я вообще одеваюсь совершенно спокойно, может, потому что у меня второй ребенок, через голову совершенно одеваюсь спокойно, боди, никаких мне это дискомфорта не вызывает. Вот такой комплектик нам подарили. Так, следующее, что тут у нас, так, это значит, вот боди вот такое. Я так думаю, покупали в детском мире. Фирма вот эта, вот ее в детском мире очень много. Baby Go. Размер у него 68. Вот такой тоже очень красивый боди. Мне очень понравился. С коротким рукавчиком. И к нему вот такие ползуночки. Тоже вот такой комплектик идет. Такой. Так. Ну, продублировал кто-то, я уже такие вам показывала, я покупала классический боди маечкой без рукавов. Ну, я думаю, таких вещей мало не бывает. Летом, когда жарко, ребеночек вспотел и свежий ему, соответственно, одел. Или как маечка потом осенью использовать под одежду. Так, дальше три комбинезона были в одной упаковке от фирмы Carter's. 0,3 месяца, я так думаю, что это, наверное, 62 размер. Один вот такой. Качество Carter's очень хорошее. Кто знает, американская фирма, она у нас не продается. Ее можно только на заказ привезти. Ну, вот кто-то, видимо, кому-то из своих заказывал и решил заодно заказать и нам. Значит, соответственно, видите, все у них тут расстегивается. Причем, видите, такая скрытая, как бы, здесь вот заклепки, только вот здесь вот она, как бы. Вот, 0,3 месяца размер с ножками и, соответственно, с антицарапками. Вот один такой розовенький полосочку. Один вот такой вот пятнышко. Тоже вот с антицарапками слепик. Вот. И еще один вот такого вот плана, такой вот расцветочки, тоже с антицарапками. Как раз вот 62 размера слипов у меня не очень много, поэтому, в принципе, вот эти слипы пришлись очень кстати. Вот такие три слипа. Так. Далее нам подарили вот такое очаровательное платьице, сарафанчик точнее. Застежки сзади у него пуговицы, что, конечно, не очень удачно. Но для какой-нибудь фотосессии, я думаю, вполне себе подойдет. Вот такая красивая платьишко. Следующее, это был комплект из Mother Kia. Вот там было три футболочки. Вот одна вот такой расцветки, не буду разворачивать, я просто ее уже погладила. Вот одна такая. Одна вот такая. Вот это 3-6 месяцев размер с заклепками на плечике. И одна вот такая футболочка. Эти две я просто не стирала. Значит, вот эти вот три футболочки. И к ним, соответственно, в комплекте шли две пары штанишек. Соответственно, вот такие вот
штанишки. Достаточно, видите, здесь большой размер под попу, под памперс. Одни такие. И одни розовенькие. Вот такие вот. Здесь вот. С этими пуговками, с этими футболочками летом как раз, я думаю, будет классно смотреться. Так, это то, что касается этого комплектика. Так, дальше бодики. Вот это я еще не стирала. Не нашли. Baby Wow компании. 56 размера. Ничего страшного, потому что, я говорю, мы сейчас как раз носим размер, доходим только до 56-го. Фирма Baby Go тоже. I love mom and dad. Очень симпатичный бодик. Как раз сейчас будет компания Disney. Вот такой очаровательный бодик с мини. Вот такой вот мини-маус. Тоже 56 размера. Ну, вот, кстати, вот смотрите, если сравнивать два размера, получается, смотрите, что вот 56 размер, смотрите, вот этот вот фирма Baby Go меньше, чем фирма Disney. Так, ну и еще один вот у нас остался костюмчик, вот такой вот, он здесь без ножек, тепленький, есть такая небольшая у него подкладочка, изнутри он такой вот, сейчас покажу. Вот такой вот тепленький, чуть-чуть утепленный. Вот он 62 размера. Фирма, неизвестно какая фирма, но с такой капюшончиком. Очень прикольный. Мне нравится. Вот такой еще костюмчик нам подарили. Это то, что касается одежды. Еще нам подарили вот такой классный плед. Вот. Очень мягенький такой. Прям видно, такой приятной расцветки. Тут всякие животные. Такой вот очень классный пледик. А еще нам подарили такую большую упаковку подгузников. Baby Mini Change. Детские подгузники. Я так понимаю, что они от компании Ашан. Я еще их пока не пробовала. 3,6 килограмм. Это наш следующий размер. Ну вот попробую в обзоре на подгузники. Вам потом скажу. Что за подгузник? Это размер двоечка, я так понимаю. Так, и сейчас еще покажу. Значит, нам дарили такие замечательные открыточки. Такие вот теплые поздравления малышки. С очень приятными поздравлениями. Это от родственников моего мужа. Вот, и такая красивая открыточка с рождением дочки. Здесь вот тоже соседи, кстати, очень красиво красили подъезд к моему приезду. Этаж наш. Мне было очень приятно. И еще нам подарили вот такую вот дугу музыкальную от компании Tiny Love. Ее, видите, как можно одевать и на кресло, и в автокресло, на всякие люльки, и на коляску, и в кроватку. Где-то вот одна музыкальная, есть просто батарейки. Нужны вот эти вот Tiny Love-овские игрушки разнофактурные. Она растягивается, там такие прищепки у нее на концах. И, соответственно, ее можно растягивать на разный размер. Вот такая вот дуга. Ну и последний подарок, это вот такие вот качели фирмы Грака. Нам подарила моя подруга с мужем. Здесь вот такая вот каруселька с тремя игрушечками, качельки со съемным столиком, удобно. Здесь вот режимы различные, 6 скоростей движения, есть музыка. Вот, в принципе, потом, может быть, сниму отдельный обзор на всяческие такие вот гаджеты типа качелей, мобилей, люлек. Здесь вот видите, люлька наша стоит, Tiny Love-овская, тоже нам она очень помогает, очень нравится. Вот такие качели нам как бы подарили наши друзья. В принципе, то, что касается таких вот основных подарков, это все. Большое спасибо всем за внимание. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих видео. Спасибо за просмотр. Пока.
Девочки, всем привет! Сегодня решила снять видео о подарках для нашей малышки, которых нам дарили на ее рождение. Я не буду касаться так называемых материальных подарков, которые, как правило, дарят родственники. Остановлюсь на подарках, которые касаются игрушек, всяких там уходовых средств и одежды. Очень много нам подарили всяких разных нарядов, которые я вам сегодня и покажу. Но начнем с более мелких подарков. Значит, одна из моих учениц подарила нам такую прекрасную погремушку. Видите, тут электризованные мелкие шарики. Вот сейчас нашей девочке исполнилось уже 3 недели. И с этого времени она начала реагировать на погремушки. Вот на эту погремушку она реагирует очень хорошо. Она не очень громкая, но достаточно яркая. И уже двигая погремушку достаточно медленно из стороны в сторону, можно наблюдать, как она за ней поворачивает голову и следит глазами. Вот такая интересная погремушечка. Дальше еще подарок от моих учеников, от другой моей ученицы. Вот такой замечательный тигренок или львенок. Наверное, львенок все-таки. Он из магазина Маза Киа, как я поняла, по бирочке, которая здесь была. Вот с такими здесь вот шариками мягенькими вот здесь вот. Да, весь такой приятный. Вот что-то там у него внутри, честно говоря, не знаю. Вроде, здесь вот тоже шарик, да, здесь вот другие они по ощущениям, то есть ребенок может развивать тактильные ощущения затем. Вот здесь тоже другой по консистенции, там вот тоже шарики. Такой очаровательный ребенок, он сейчас сидит у нее в кроватке. Дальше нам подарили 2 сосочки Томми Типпи. Я вот их уже открыла, они лежат в контейнере, потому что у меня дочка моя категорически отказывается сосать разные всякие ортодонтические соски. И вот как раз вот этот вот подарок в виде 2 сосок классических вишенкой. Вот они с колечком такие, видите? Вот классической формы такая сосочка. Вот она их более-менее сосет, но тоже без фанатизма, но хотя бы берет. И еще вот 2 соски пустышки фирмы МАМ, которые как раз в этом контейнере были, ей более-менее нравится. Есть вот такая вторая сиреневая, мы ее пока еще я ей не давала, но вот розовенькая она уже сосет, что радует. Так, вот такая вот, я в каком-то видео ее уже показывала, но вот сейчас подарок именно покажу. Видите, с таким интересным очень наконечником, авентовская соска, какая-то она вот плоская, видите, такая интересная у нее форма. Вот, ну не открывала пока, не знаю, не буду пока. До 6 месяцев тоже вот такая прищепочка для сосочки от фирмы Курносики. Вот всегда пригодятся эти прищепочки, они теряются. От Johnson's Baby пена для купания с детским молочком. Пока не буду пользоваться, или, может быть, будет пользоваться старшая дочка, потому что все-таки косметика Johnson's Baby достаточно аллергенна для малышей таких маленьких. Я где-то с 8-9 месяцев со старшей пользовалась. Вот, ну не знаю. И вот крем Johnson's Baby, детский крем обычный. Запах, кстати, очень приятный. Не знаю, или старшие используют, или мы тогда, соответственно, подождем и будем пользоваться уже с младшей. Так, вот такой вот очаровательный слюнявчик розовенький. Вот. Фабрика Кит. Здесь вот он так интересно сделан. То есть он как бы так одевается просто сверху. И, соответственно, его уже ребенок и только через голову сможет снять. Похоже по системе на системы бодиков, которые одеваются через голову. Такой хорошенький слюнявчик. Так, теперь переходим к одежде. Итак, первое, что нам подарили, такие очаровательные брючки от Маза Киа. Размер у них 0,3 месяца. Но так как мы очень миниатюрные, я думаю, что мы как раз вот их летом сможем поносить. Здесь вот у них такая красивая подкладочка цветная. Очень мягкие, велюровые, даже вот с карманчиками. Здесь вот резиночка. Вот, я думаю, что как раз на лето, на вечер очень нам будет хорошо. Здесь таким бантиком. Вот, не очень тугая резиночка, достаточно мягкая. Поэтому я думаю, что будет хорошо. Вот такие вот очаровательные штанишки. Так, и комплект из Маза Киа. Тоже вот такая вот шапочка. И вот такой
комбизик. Такой вот комбинезончик. Вот здесь вот он расстегивается, видите? Здесь такой вот он праздничный, с таким кроликом. Ну, вот у него, конечно, недостаток есть, что у него здесь вот застежки, но в нем куда-то можно сходить, например, в поликлинику. Ну, вот такой вот, или в гости кому-то. Вот такой хорошенький комплектик. Это то, что касается Mother Kia. Вот это вот размер Newborn, но это 56, там даже такой размер еще пока из Mother Kia великоват. Дальше еще комплект из Mother Kia. Это разные люди дарили. Просто многие знают, что я люблю этот магазин. Вот такой тоже комплект, он уже на 3-6 месяцев, то есть размер где-то 68, такой красивый комбинезончик, очень мягкий, вот такие ползуночки, здесь вот на клепочках, и здесь вот тоже удобно меняется подгузник. И к нему в комплект такой вот боди, это я вот эти вещи уже просто постирала, еще не все постирала, значит, боди с антицарапками, вот. Одевается через голову, ну, я думаю, что... Я вообще одеваюсь совершенно спокойно, может, потому что у меня второй ребенок, через голову совершенно одеваюсь спокойно, боди, никаких мне это дискомфорта не вызывает. Вот такой комплектик нам подарили. Так, следующее, что тут у нас? Так, это значит, вот, боди вот такое. Я так думаю, покупали в детском мире. Фирма вот эта вот, ее в детском мире очень много. Baby Go. Размер у нее 68. Вот такой тоже очень красивый боди. Мне очень понравилось. С коротким рукавчиком. И к нему вот такие ползуночки. Тоже вот такой комплектик идет. Такой. Так. Ну, продублировал кто-то, я уже такие вам показывала, я покупала классический боди маечкой без рукавов. Ну, я думаю, таких вещей мало не бывает. Летом, когда жарко, ребеночек вспотел и свежий ему, соответственно, одел. Или как маечка потом осенью использовать под одежду. Так, дальше три комбинезона были в одной упаковке от фирмы Carter's. 0,3 месяца, я так думаю, что это, наверное, 62 размер. Один вот такой. Качество Carter's очень хорошее. Кто знает, американская фирма, она у нас не продается. Ее можно только на заказ привезти. Ну, вот кто-то, видимо, кому-то из своих заказывал и решил заодно заказать и нам. Значит, соответственно, видите... Все у них тут расстегивается. Причем, видите, такая скрытая, как бы здесь вот заклепки, только вот здесь вот она, как бы. Вот. 0,3 месяца размер с ножками и, соответственно, с антицарапками. Вот один такой розовенький полосочку. Один вот такой вот пятнышко. Тоже вот с антицарапками слепик. Вот. И еще один вот такого вот плана, такой вот расцветочки, тоже с антицарапками. Как раз вот 62 размера слипов у меня не очень много, поэтому, в принципе, вот эти слипы пришлись очень кстати. Вот такие три слипа. Так. Далее нам подарили вот такое очаровательное платьице, сарафанчик точнее. Застежки сзади у него пуговицы, что, конечно, не очень удачно. Но для какой-нибудь фотосессии, я думаю, вполне себе подойдет. Вот такая красивая платьишко. Следующее, это был комплект из Mother Kia. Вот там было три футболочки. Вот одна вот такой расцветки, не буду разворачивать, я просто ее уже погладила. Вот одна такая. Одна вот такая. Вот это 3-6 месяцев размер с заклепками на плечике. И одна вот такая футболочка. Эти две я просто не стирала. Значит, вот эти вот три футболочки. И к ним, соответственно, в комплекте шли две пары штанишек. Соответственно, вот такие вот
штанишки. Достаточно, видите, здесь большой размер под попу, под памперс. Одни такие. И одни розовенькие. Вот такие вот. Здесь вот. С этими пуговками. С этими футболочками летом как раз, я думаю, будет классно смотреться. Так, это то, что касается этого комплектика. Так, дальше бодики. Вот это я еще не стирала. Не нашли. Baby Wow компании. Вот 56 размера. Ничего страшного, потому что, я говорю, мы сейчас как раз носим размер. Доходим только до 56. Фирма Baby Wow тоже. I love mom and dad. Очень симпатичный бодик. Как раз сейчас компания Disney. Вот такой очаровательный бодик. С мини. Вот такой вот. Мини-маус тоже 56 размера. Но вот, кстати, вот смотрите, если сравнивать два размера, получается, смотрите, что вот 56 размер, смотрите, вот этот вот фирма Baby Wow меньше, чем фирма Disney. Так, ну и еще один вот у нас остался костюмчик. Вот такой вот. Он здесь без ножек, тепленький. Есть такая небольшая у него подкладочка. Изнутри он такой вот. Сейчас покажу. Он такой вот тепленький. Чуть-чуть утепленный. Вот он 62 размера. Фирма. Неизвестно, какая фирма, но с такой капюшончиком. Очень прикольный. Мне нравится. Вот такой еще костюмчик нам подарили. Это то, что касается одежды. Еще нам подарили вот такой классный плед. Вот. Очень мягенький такой. Прям видно. Такой приятной расцветки. Тут всякие животные. Такой вот. Очень классный пледик. Еще нам подарили такую большую упаковку подгузников. Baby Mini Change. Детские подгузники. Я так понимаю, что они от компании Ашан. Я еще их пока не пробовала. 3,6 килограмм. Это наш следующий размер. Ну вот попробую в обзоре на подгузники. Вам потом скажу, что за подгузник. Это размер двоечка, я так понимаю. Так. И сейчас еще покажу. Значит, нам дарили такие замечательные открыточки. Такие вот. Теплые поздравления малышки. У нас очень приятные поздравления. Это от родственников моего мужа. Вот. И такая красивая открыточка с рождением дочки. Здесь вот тоже соседи, кстати, очень красиво красили подъезд к моему приезду. Этаж наш. Мне было очень приятно. И еще нам подарили вот такую вот дугу музыкальную от компании Tiny Love. Ее, видите, как можно одевать и на кресло, в автокресло, на всякие люльки, и на коляску, и в кроватку. Где-то вот одна музыкальная, есть просто батарейки, нужны вот эти вот Tiny Love-овские игрушки разнофактурные. Она растягивается, там такие прищепки у нее на концах, и, соответственно, ее можно растягивать на разный размер. Вот такая вот дуга. Ну и последний подарок, это вот такие вот качели фирмы Грака. Нам подарила моя подруга с мужем. Здесь вот такая вот каруселька с тремя игрушечками, качельки со съемным столиком, удобно. Здесь вот режимы различные, 6 скоростей движения, есть музыка. Вот, в принципе, потом, может быть, сниму отдельный обзор на всяческие такие вот гаджеты типа качелей, мобилей, люлек. Здесь вот видите, люлька наша стоит, Tiny Love-овская, тоже нам она очень помогает, очень нравится. Вот такие качели нам как бы подарили наши друзья. В принципе, то, что касается таких вот основных подарков, это все. Большое спасибо всем за внимание. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих видео. Спасибо за просмотр. Пока.